YouTube OneSit перестал поддерживать Android KitKat, но мы не унываем и находим Pure Tuber. Вот он в трее висит, вот так вот. Сюда прям нажимаете, вбиваете AskerDFG, нажимаете. И вот, пожалуйста, очень классный. Он поддерживает Android, начиная с 4.4. Дистрибутив весит всего лишь 10 мегабайт против OneSeed, который сейчас раздулся до 60 мегабайт. Плюс еще надо ему microSG ставить, а у этого ничего не надо ставить. Что-то я его перехвалил. А, ну это потому что идет загрузка записи, поэтому он не открывается. Но вы поверьте, все летает классно. Вот видите, называется вот так, Pure Tuber. Вот тут любое разрешение можно поставить, скорость. А в OneSeed скорости не было, вы помните. И комменты тут тоже почитать. И сразу черный фон. Вот две стрелочки вверх-вниз нажимаете, комменты раскрываются, пожалуйста. Так что всем советую, киткатчики, не унываем. Будем бороться до последнего, пусть там обновляют хоть 13-й Android, хоть 50-й. У нас пока есть жизнь. Всем пока.